Поросяткам уже 2 недели. Уже такие крепенькие, бегают. Так, а ну все они? 3, 4, 5, 6, 7. Нет, еще 2 где-то. А он еще 2. Белобрысый, идут к маме. Слушай. Ну, сейчас я отойду. Уже, слышишь, уже начинает к этому самому, к траве лезть, то раньше никакого интереса не проявляли, а уже начинается. В кормушку не лезут еще, конечно, вот так вот. Траву, да. Да по траве полазить, что-то там понюхать. Все 9, в принципе. Одинаково. Живы, здоровы, да. В этот раз... Ну, она знала, что скоро ей капец будет. И решила, что лучше не рисковать. Чтобы его не психанули и не пустили на колбасу. Нормально, не выделываясь, поросят выкормить. Смотри, заглядывают что-то своими... Резетками нюхают. Блин, тут половина с яйцами. Надо кастрировать будет всех. Но с другой стороны, кабанчики лучше растут. Кабанчики, кстати, растут быстрее. И крупнее, чем свинки. И нема у них этих перепадов настроения. То я гуляю, то я перегуляю. Каждый месяц. Да. Давайте мне мужика. Есть не буду. Ну, этих проблем нет. Жрут я их. Только дай. Сейчас стесняются. Потом будут с ног сбивать. Еще 2 недели, и можно будет выставлять на продажу. В месячном возрасте они уже будут. Так, это не я чавкаю за кадром, это вот она чавкает, так что не это самое. Не, испугались. Вот так вот растут вьетнамцы. Это их не папа. Папа, смотри, сейчас будет на меня скалиться? Ждет кабачок. Не дождешься, лепр. Так ты что, хозяина увидел, улыбается, смотри. Дай ему нагрызок, забери у меня. Давай, ага. Только слышишь, чтобы он тебе руки не подгрызал, там сабли такие. Это же придурка кусок. Хряк. Побег из курятника не будешь устраивать? О, сабли, смотри. Руку мне только не отпусти. Покажи зубы. Зубы покажи. Видели дневник? Куда ты? Иди отсюда. Вымахал дурку. Что, за кабачок родину продашь, да? Эх ты. Знаешь, как грызанет, будешь радоваться тут. Ну, посмотри, я вообще вышел сейчас. Все поели, свинка поела. Ёханый бабай. Ты видел? Не хотел тебе сказать. Сейчас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
еще недельки две, десерт можно будет продавать. Всего доброго.